«Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою!» Эту молитву очень часто называют ангельским приветствием. 7 апреля Православная Церковь вспоминает событие, предопределившее наше спасение. Архангел Гавриил возвестил Марии весть о появлении Иисуса Христа. Простая девушка вскоре станет Богородицей. В женском храме города Лыского много прихожан. Службу в праздничный день возглавляет епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. Люди пришли в церковь, отложив все домашние дела. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник является началом всех других 20-х праздников, потому что в Тропаре мы говорим «Дни спасения нашего главизны», то есть это главное, с чего началось дело нашего спасения. Сын Божий становится Сын Девы, воплощается, и все мы радуемся тому, что Господь не оставил нас, но ради нашего спасения сошел на землю, избрал Пречистую Деву как сосуд для Бога воплощения. Лысковчанин Сергей Кузнецов этот день запомнит на всю жизнь. Правящий архиерей рукоположил его священный сан. Теперь же отец Сергий будет нести людям свою благую весть. Благодарю Бога, конечно, что и буду стараться служить и Богу, и людям. Ну и прошу ваших молитв, помолитесь за меня. Великий пост продолжается, но каждому христианину Господь дает силы. Услышав благую весть, верующие будут ждать Пасху.